Посмотрим, что происходит с садовыми культурами. Вот яблоня недавно посаженная. Смотрите, что происходит с листьями. Это не один листочек. Так побиты они все. Вот такие вот пятна. Это везде. Посмотрим на грушу. Это сейчас только начало сентября. Смотрите, что с листьями происходит. Не говоря уже о ржавчине. Это дело обычное. Вирусная инфекция, которую очень трудно вытравить. Но смотрите, что происходит с листьями. Смотрите. С обратной стороны посмотрим. Вот что творится. Я не говорю, что целые ветки просто засохли. Просто взяли и засохли. Посаженные яблони. Что творится с листьями? Вот что творится с листьями. Малина. Осень еще не началась. Все пожелтело. Все пожелтело. Смотрим. Желтые листья. Смотрим, что произошло с листьями. Вот они желтеют. Вот они. Вот уже совсем желтые листья. Смотрим. Как будто уже поздняя осень. Как будто уже поздняя осень. Облетели верхушки и потемнели, пожелтели, стали бурыми. Темно-красная растительность образовалась. Хотя до глубокой осени еще довольно далеко. Это уже не садовые культуры. Это уже не садовые культуры. Смотрите, что происходит с листьями. Все. Катастрофа. Вот оно. Вот что происходит. А у нас господин Иванов, брошенный на экологию, кречет выпускает. У нас катастрофа в Подмосковье, экологическая катастрофа. Это тоже не садовая культура, это уже давно адаптированные к лесным условиям. Не знаю уж, какие это деревья, но вот вы посмотрите. Вы думаете, это из вёски полили? Нет, ничуть, ничуть. Это какая-то зараза прицепилась. И такого не было никогда. Я здесь живу уже 30 лет. Вот подобного состояния просто никогда не было. Никогда. Вот береза. Даже береза, ну что она? Не может жить в лесу и превращается, вот ее листья превращаются вот в это безобразие. Нет, такого не было никогда. Смотрите, вот клен. Клен тоже погибает. Вот черная зараза, которая к нему прицепилась. Вот черная, видите? Вот уже желтеющие элементы. Ну, здесь и не желтеющий носик, так называемый. Наверное, хорошо в Подмосковье растет только крапива.